Здравствуйте, я Андрей Кофтон, приветствую вас в рубрике «Акции». Скажите мне, задавали ли вы хотя бы раз себе вопрос перед покупкой нового смартфона, какой все-таки купить? Многие однозначно размышляли, лучше купить флагман прошлого года, либо новинку, но среднего уровня. Лично я на этот вопрос не могу однозначно ответить, но я уверен, что многие выберут флагман прошлого года, особенно если идет речь о Meizu MX4. Сегодня я вам расскажу, где можно купить этот смартфон здесь и сейчас всего-навсего за $199.99 с учетом всех комиссий. Лично я считаю, что этот ценник более чем шикарный. Вот подумайте, что бы вы выбрали, допустим, Elephone P7000, стоимость которого составляет около $200, либо Meizu MX4. Думаю, на первом остановится единица, тем более те, кто хотя бы раз в руках держал Meizu MX4. Короче, это отличное предложение, лучше я перейду к деталям. Данную акцию проводит крупный интернет-магазин на AliExpress, Hope. Сроки действия акции с 10 до 16 августа. То есть она будет активна еще около 3 дней. Самое интересное, что для получения этой цены вам не нужно будет вводить никакие купоны. Просто нужно будет пройти по ссылке, которую я укажу в описании, и сделать заказ. Вы спросите, можно ли я накуплю сразу целую пачку? Думаю, местные барыги сразу же об этом и подумали. Нет, один покупатель сможет купить максимум 3 смартфона. Но сейчас вам немного напомню о технической части этого аппарата. Диагональ дисплея составляет 5,36 дюймов. Лицевая панель выполнена из защищенного стекла. В нижней части расположилась кнопка Home в виде круга. В верхней части разговорный динамик, камера, датчик приближения и датчик освещенности. Каркас смартфона изготовлен из авиационного алюминия. На нижнем торце обосновался микрофон, микро-USB порт и внешний динамик. На верхнем кнопка питания и стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры. На левой боковой стороне мы видим кнопку регулировки громкости. Задняя крышка изготовлена из пластика. В верхней части тыльной панели мы видим камеру с двойной двухцветной светодиодной вспышкой. В нижней части логотип производителя. Под задней крышкой обосновался несъемный аккумулятор и один слот для сим-карты. Да, я соглашусь, все, что отталкивает от приобретения этого девайса, один слот для сим-карты. Согласитесь, практически все теперешние флагманы оснащены двумя слотами для сим-карт. Сейчас я вам немного напомню о железе этого девайса. Разрешение дисплея 1152 точки на 1920. За работу отвечает 32-битный 8-ядерный процессор MTK6595. Количество оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной 16. Тыльная камера равна 20 мегапикселям с сенсором от Sony IMX220. Фронтальная 2 мегапикселям, также с сенсором от Sony IMX208. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч производства Sony. Но это я вам совсем вкратце напомнил о этой модели. Еще раз повторюсь, что акция длится до 16 августа включительно. Ссылку на товар вы найдете в описании и в комментариях. А сейчас добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Кофтон специально для Android News. Да пребудет с вами Android.